Ну, из новостей можно еще сообщить о том, что Пленум Союза писателей России принял решение объявить меня лауреатом литературной премии «Слово», что тоже очень приятно. Сегодня мне буквально утром сообщил первый секретарь Союза писателей Геннадий Иванов и объявил, что 16 января это будет торжественно произведено в офисе Союза писателей России. Ну, вот, пожалуй, такие новости.